Конец 13 века. В Северном Причерноморье состоялась знаменитая битва на реке Калка, образовался Улус-Джучи, а в Египте власть перешла выходцу из Крыма мамлюку Бей-Барсу. Совершили грандиозные по тем временам путешествия в Азию европейцы Плана Карпини, Гийом де Рубрук и Марко Поло. А на южном побережье Крымского полуострова образовали торговые фактории венецианцы и генуэзцы. Благодаря своему уникальному географическому положению, климатическим условиям, Крымский полуостров издревле был контактной зоной различных цивилизаций – средиземноморской, степной, западной и исламской. Не случайно предприимчивые венецианцы и генуэзцы путем долгих переговоров сумели добиться разрешения ханов Великой Орды на открытие торговых факторий на Крымском побережье. Ведь во второй половине XIII века изменился маршрут транзитных путей, ранее пролегающих через Багдад в Переднюю Азию и Египет. К берегам Черного моря переместились основные конечные пункты международной торговли между Востоком и Западом, став мощным стимулом для развития всего Причерноморского региона и в особенности Крыма. К середине XIII века, несмотря на то, что национальный состав Крыма продолжал оставаться многоэтничным, местное население говорило исключительно на тюркском, кыпчакском языке. Позже он будет известен как крымско-татарский. Венецианцы и генуэзцы назовут этот язык куманским. Коммерческие, политические и религиозные деятели Европы активно сотрудничали с кыпчаками. Все они должны были общаться между собой на международном тюркском языке Великой Степи и Северного Причерноморья. Если проводить аналогию, то в те времена кыпчакский тюркский язык был так же популярен, как сегодня английский язык. Более того, во всех византийских христианских храмах на территории степи, в частности Крыма, молитвы звучали на языке кыпчаков. Поэтому европейцам, посетившим Северное Причерноморье, необходимо было знать язык или хотя бы его основы. Так возникла необходимость составить словарь или разговорник, дабы упростить общение с местным населением. И такой словарь-разговорник вскоре появился. Сегодня мы его знаем как Кодекс Куманикус. Этот уникальный письменный памятник вышел из-под пера анонимного автора в сердце Восточного Крыма, в городе Салхате. Салхат лежал на пути старинных караванных путей. В XIII-XV веках он считался одним из красивейших городов в Восточной Европе. Салхат или Крым изначально имел статус культурного и торгового центра. Именно сюда, не в итальянские фактории, Кафу, Сугдею, Тану, прибывали караваны с дорогими восточными товарами. Мы очень мало знаем о ранней истории Салхата, поскольку здесь целый ряд есть для этого разнообразных причин, одна из которых то, что нормальные археологические исследования Салхата начались фактически лишь в 70-80-х годах 20 века, что было связано с политическими процессами, протекавшими в Советском Союзе в 30-х годах и имевших влияние практически всю историю Советского Союза, с депортацией крымских татар, с тем, что фактически существовали темы, которые были запрещены для исследования. И поэтому первым таким вот, после Усина Бадаминского, безусловно, который важнейшую роль сыграл в изучении Салхата и в изучении истории Салхата и археологии, основатель фактически археологии Салхата, Марк Григорьевич Комаровский из Эрмитажа фактически по новой восстанавливал все эти исследования. И несмотря на то, что исследования очень длительные, исследовано много,
Говорить, что все вот эти вот, все страницы, скажем так, истории археологии Салхата открыты, наверное, все-таки сложно. Город находится под застройкой. Город, фактически, средневековый город находится на месте современного, что очень негативно повлияло на его сохранность. Город был резиденцией наместников эмиров крымского улуса Юрта. Эмиры Юрта были чингизитами, потомками первого сына Чингисхана Джучи. Многие из них через династические браки породнились с местной крымской знатью. Поэтому город был в современном понятии крупным административным центром, нежели столицей. На 13-14 века пришлась пора его могущества и расцвета. По размеру Салхат многократно превосходил нынешний город. Современники во второй половине 13 века утверждали, что объехать город на коне едва можно было за полдня. Салхат был окружен крепостной стеной и рвом, мог выдержать длительную осаду. Еще до того, как в Великой Орде государственной религии будет объявлен ислам, в Салхате будет возвеличена одна из первых соборных мечетей. Финансировал ее строительство выходец из Крыма султан Египта Бейбар, тот самый, который пленил французского короля Людовика IX Святого в сражении при Мансуре и поставил последнюю точку на крестовых походах. По распоряжению Бейбарса в Крым отправят строительные материалы и крупную по тем временам сумму в 2000 динаров. Строительство мечети завершится в 1288 году. Ее стены покроют голубым нильским мрамором, а верх – порфиром. Руины мечети Бейбарса и сегодня еще можно увидеть в Старом Крыму. В конце 13 века еще один султан Египта, Кыпчак Калаун, построил в Салхате свинцовую мечеть, более известную как Куршум-Джами. А десятилетиями позже здесь появится мускусная мечеть и мечеть хана Узбека. Количество мечетей в городе свидетельствует о том, что здесь ислам распространился гораздо раньше, чем в самой Орде. История распространения ислама в Крыму, знаете, достаточно темное пятно, слабо исследованное. Вот, поэтому необходимо более детально и углубленно исследовать вот эту вот раннюю историю ислама, поскольку уже фактически институтах, религиозных мусульманских институтах, о мечетях, о проповедниках, о медресе, о такие, то есть то, что сохранилось до сегодняшнего дня, нам известно не ранее 13 века. Когда в Золотой Орде начинает распространяться ислам? Сначала во время хана Берке, а потом уже во время хана Узбека ислам становится официально государственной религией всей Золотой Орды. До 13 века фактически сложно найти остатки какой-то мечети, медресе или такие, да, которая бы говорила о том, что да, здесь до 13 века действительно были мусульмане. Если мы начнем сравнивать историю ислама на полуострове и на континентальной Украине, то выясняется, что, например, в Приазовских степях археологами доказаны и найдены захоронения мусульман 9 века. Но при этом пока что я не встречал никаких доказательств мусульманских захоронений хотя бы 9 века в Крыму. Здесь возникает вопрос, когда же на самом деле появился и распространялся ислам на Крымском полуострове? Поскольку мы не имеем сохранившихся исторических памятников на полуострове раньше 13 века, то, скорее всего, что если мусульмане в Крыму и были, то их было незначительное количество. Скорее всего, действительно, они проникли в то же время, когда ислам были носители ислама в Приазовье. Я думаю, что, скорее всего, на рубеже 8-9 веков. Первое проникновение ислама на полуостров крымско-татарские предания связывают с первыми десятилетиями истории ислама, в частности, с именами сподвижников пророка Мухаммеда. Вплоть до советского периода их могилы сохранялись в городе Хырыме, Кыркьере и Эски-Юрте. Наиболее известны из них Малик Аштер и Газы Мансур.
Активный процесс распространения ислама в Крыму приходится на вторую половину 13 века. Связан он во многом с личностью пятого хана Великой Орды Берке, младшего брата знаменитого Бату-хана. Сохранились свидетельства, что именно Берке повелел построить в Салхате первую соборную мечеть. Арабские летописцы сообщают, что случилось это в 1263 году, то есть на 25 лет раньше, чем мечеть Бейбарса. Новая религия приносит на полуостров новое понимание веры в Бога, высокой морали и духовности, особого уважения к научному труду, интеллектуальному и литературному творчеству. При хане Берке Салхат становится сосредоточием религиозных институтов кыпчаков, а позже крымских татар. С конца 13 века, кроме мечети, здесь появляются первые высшие учебные заведения медресе и мусульманские духовные центры. Примером может служить обитель шейха Кемаль-Ата. В самом городе постоянно проживают судьи, кадии, к ним обращаются за помощью жители Крыма, независимо от вероисповедания. Высшим авторитетом в вопросах духовной жизни обладали салхатские ученые-философы – муллы, улемы, шейхи. Поэтому неудивительно, что именно здесь появился кыпчакский словарь «Кодекс Куманикус». Можно сказать смело, да, именно хан Берке способствовал распространению в Крыму как ислама, так и мусульманской учености. Об этом красноречиво повествуется в средневековом историческом произведении «История Тохтабея». В ней автор сообщает нам. В 1266 году Берке-хан с 80 тысячами воинов направил лошадей из Крыма в Балх, Бухару, Туран, Хатан, Февгур и Туркестан и заставил подчиниться всех непокорных падишахов. И собрал около 1800 ученых-шейхов, привел их с почтением в остров Крым, построил всем ученым соборные мечети и медресе. Усилия не прошли даром, со временем количество ученых по всему Крыму, способных издавать фетву, то есть закон, возросло в разы. Кроме того, что Салхат был духовным и культурным центром, его основное многонациональное население – кыпчаки, аланы, хазары, евреи и не так давно появившаяся община армян занимались ремеслами и торговлей. А упомянутый выше султан Египта Калаун, кроме мечети, построил в родном городе караван-сарай. Согласно историку и востоковеду Йозефу фон Хамеру Пургшталю, это было прекрасное двухэтажное здание, отделанное белым мрамором и порфиром. Оно располагалось вблизи въезда в город и представляло собой огороженный прямоугольник площадью в 2,5 квадратных метра. Его украшал резной портал, а к стене, напоминавшей крепостную, были пристроены деревянные галереи, разделенные на комнаты для постояльцев. Двор хана был предоставлен для повозок и упряжного скота. Внутри имелись мастерские, предназначенные не только для купцов, останавливавшихся в этой гостинице, но и для горожан, к примеру, кузнечные и стеклолитейные. В 60-х годов 13 века начинаются активные торговые отношения с Кафой. Кафу, или как позже ее станут называть кыпчаки, крымские татары, кефе, нельзя было назвать только генуэзской. В этом портовом городе генуэзцы отнюдь не являлись многочисленной частью населения. Однако с 60-х годов 13 века, благодаря им, история Кафы тесно связана с находившимся рядом Салхатом. О торговых связях между городами свидетельствуют нотариальные акты и договора. Из них мы узнаем, что Салхат для кафинских купцов был пунктом, откуда они вывозили в порт Кафы дорогие товары, такие как шелк, дорогие ткани, кожу, меха, пряности, драгоценности, золото и прочее. В
Салхат для генуэзских купцов действительно играл очень важную роль. Ведь до Марко Поло нам неизвестно ни об одном европейском купце, совершившем путешествие по караванным путям Средней Азии. Им незачем было подвергать себя опасности. Купцы с Востока сами привозили свои дорогие товары в Салхат. То же самое можно сказать и о Кавказе. Генуэзская — это была торговая республика, центром которой был современный город Генуэ. Но она была достаточно крупная по размерам, соревновалась в экономическом отношении и в политическом с другой торговой республикой Венеции. И обе эти республики имели очень активные торговые интересы на Черном море. Интересы были связаны прежде всего с тем, что именно на черноморских портах заканчивал свой маршрут огромный торговый путь, торговый путь, имевший значение для всего евразийского пространства, так называемый шелковый путь. Надо понимать значение, опять же, шелка. Шелк был по тем временам, то есть шелковый путь, он касался не только шелка прежде всего. Это был целый огромный массив, даже не одного торгового пути, а целого ряда. Они менялись, одни города входили в этот маршрут, другие из него выпадали. Маршруты был северный, был южный, но по крайней мере в 13 веке северо-причерноморские порты становятся как бы центральными для вот этого самого торгового пути. Возникновение вот напротив вот этого Кафы практически в однодневном переходе, опять же, как и Эскиюрт, и напротив Салдаи в однодневном переходе нового торгового центра, оно явно связано с международной торговлей, которая занимала важнейшее значение в истории не только Восточной Европы, но и Евразии. Салта-Эрда, кроме того, что это было действительно государство высококультурное, которое переняло в себя, впитало огромный пласт различных культурных напластований, среднеазиатских, в дальнейшем сельджукидских. Кроме этого, она занимала важнейшее место в истории международной торговли, поскольку контролировала достаточно большой отрезок этого самого торгового пути. В Кафе жили представители знатных семей Генуи – Спинола, Лималино, Палавичино и другие. Уже в 80-х годах 13 века торговля Кафы с Салхатом осуществлялась только представителями этих фамилий, и только они были связаны прямой торговлей с Генуей. Как уже выше было сказано, в Салхате заканчивался путь товаров, привозимых с Востока и Кавказа. Здесь поджидали разгрузки караванов генуэзские купцы Кафы. По существу, Кафа для торгового Салхата была главным вывозным портом, поэтому наличие словаря, а лучше разговорника, была так важна в общении. Следует сказать, что 700 лет назад на кыпчакском языке говорили все, кто проживал на территории от Алтая до Дуная. Наш язык по классификации, да, западно-кыпчакская, кыпчако-угусская такая ветвь. И в первую очередь, это классификация. Или, скажем, да, больше начали склоняться к тому, что наш язык больше куманский и так далее. Это когда пошел спор о принадлежности такого, скажем, письменного источника, как Кодекс Куманикумс. Вот вокруг этого все пошло. Но действительно, это только говорит о том, что вот этот вот ареал, да, который здесь, как Дэште Кипчак, он не ограничен, он не был где-то, а он как раз-таки был и в Крыму, и вне Крыма вот эти вот причерноморские степи и так далее. И, наверное, не просто так. И как раз-таки написание этого, да, труда, мы знаем, да, заказчики генуэзцы выступили, наверное, как раз-таки очень сильно характеризует ситуацию тех лет. Почему же кыпчакский словарь именовали «Куманикус»? В византийских и латинских хрониках именем «Куманы» обозначалось объединение тюркских племен, известные у восточных авторов под самоназванием «Кыпчаки». Русские летописцы их называли «половцами».
Кодекс Куманикус далеко не первый словарь в истории. Еще в начале второго тысячелетия до нашей эры в Аккаде, в одном из древнейших центров Вавилонии, были составлены первые шумерско-аккадские словари. Историки утверждают, это были первые словари в истории человечества. До наших дней дошли лишь их позднейшие копии. С тех пор словари стали пользоваться большой популярностью. Конечно же, со временем они совершенствовались, становились доступными в пользовании. Так появились глоссарии, которые сегодня принято считать предшественником словарей. Ярким примером может служить и пенальский глоссарий. Появился он в VII веке в Англии. Как и другие глоссарии той эпохи, он объяснял редкие латинские слова с помощью более известных. Однако кодекс Куманикус существенно отличается от других словарей. Это не только первый письменный памятник крымско-татарского языка, служащий пособием к его изучению, но и справочник, в котором нашли диалектные особенности тюркского языка многих регионов Крыма. Не дарма кодекс Куманикус – единое джерело, из якого мы знаем про куманську, відповідно, або там половецьку мову. Це тримовний розмовник фактично для купців – латина, куманська, кипчацька і перська. Це показує напрямок руху інформації, товарів, купців, бо просто так такі посібники не виникали. Кроме этого, по утверждению ученых, кодекс в определенной мере явился ускорителем процесса тюркизации нетюркского населения, в основном эллинского, который в свою очередь способствовал исламизации населения Горного Крыма и Южного берега. Полное название рукописи кодекса Куманикуса или книги Копчаков звучит так: «Alphabetium Persium Cumanicus et Latinium Anonymi». Содержит она богатейший материал не только для филологов, но и для историков. Сегодня одна из копий кодекса хранится в библиотеке Сан-Марко в Венеции в античном фонде под номером 549. Это единственный список рукописи, 82 листа. На первой странице кодекса Куманикуса стоит дата 11 июля 1303 год. Немецкий ученый Банк считал эту дату днем составления кодекса Куманикуса. Однако это ошибочное мнение. Большинство исследователей сходятся к тому, что, вероятно, это последняя редакция памятника, и переписан он был в 1303 году в монастыре Святого Иоанна вблизи ордынского города Сарая. Подтверждает этот факт многочисленные описки, спутывание параллельных слов трех колонок, то есть небрежность записи кодекса, указывает на то, что автор лишь переписчик, а не составитель кодекса. И переписчик достаточно безграмотный, плохо знавший куманский или кыпчакский язык. С другой стороны, сам словарный материал и его расположение в кодексе позволяют сделать вывод о постепенном собирании этого материала. Итак, дошедший до нас кодекс представляет собой лишь копию с более древнего оригинала, который в свою очередь создавался не сразу, а постепенно путем ряда последовательных добавлений. Примечательно, что кодекс содержит целый ряд независимых работ, соединенных под одной обложкой. Востоковед Александр Самойлович, изучив кодекс, пришел к выводу, что он был написан в 1294 либо в 95 году, то есть за 9 лет до первой редакции. До сих пор ведутся споры, кем был написан словарь – итальянцами или копчаками. Бесспорно, знание языка необходимо было первым, но, повторим, родина кодекса – город Салхат. Да, сюда прибывали купцы-генуэзцы, но и они не имели возможности здесь оставаться столько, сколько бы им хотелось. Дело в том, что торговая аристократия Генуи фактически монополизировали торговлю с Салхатом, а торговое паломничество более мелких купцов не было выгодно городской казне Кафы.
поэтому генуэзские власти строжайшим образом лимитировали срок пребывания купцов в Салхате. Согласно указу, никто не мог оставаться в этом городе более 8 дней. В случае ослушания у виновных конфисковывали четвертую часть купленных там товаров. Поэтому итальянцы, занимавшиеся торговлей, вряд ли могли выступить авторами словаря. А вот заказать местным ученым, да еще носителям языка, вполне могли. Есть еще предположение, что последние части кодекса дорабатывались в самой Кафе. Но все это пока лишь предположения и догадки. В конце 13 столетия некий монах из ордена францисканцев сообщал в кардинальский коллегиум в Авиньоне о том, что в миссионерской школе Кафы изучают татарский, кыпчакский словарь. В подтверждение он снял копию с латино-персидско-кыпчакского словаря, по которому идет обучение, и прислал в Авиньон. Был ли это кодекс Куманикус? Вполне возможно. Но что же из себя представляет этот словарь? Кодекс содержит графические языковые особенности и делится на две основные книги – латинско-персидско-кыпчакский словарь, условно называемый итальянской частью, и кыпчакско-немецкий словарь, соответственно, именуемый немецкой частью. Первая итальянская часть или книга переводчика представляет собой практический справочник и включает грамматику кыпчакского языка, а также глоссарий латинского языка в переводе на персидский и кыпчакский языки. Эта часть содержит слова повседневного обихода и терминологии по торговле, религии, астрономии, военному, парфюмерному, сапожному и плотницкому делу, государственной службы, словом, всех профессий, характерных для большого города, начиная от купца и кончая бродобреем, а также перечни тканей, драгоценных камней, металлов, одежды и других товаров, которыми торговали на Великом Шелковом пути. Начинается первая часть со вступления на латинском языке. Вполне возможно, что вступление принадлежало авторству главных заказчиков. Оно включает в себя словарь, написанный в три колонки на трех языках – латинском, персидском, куманском. Слова расположены в алфавитном порядке. Здесь же показаны спряжения глаголов, имена существительные, прилагательные, местоимения, склонения местоимений, наречия, другими словами, ценнейший материал по грамматике куманского языка. В первой колонке 1560 слов, но не все из них переведены на персидские и куманские языки. Далее дан такой же трехязычный словарь, состоящий из 1120 слов, которые объединены по своему значению в группы, имеющие определенные названия. Семантические группы данных слов включают в себя названия дней недели, месяцев, животных, растений, предметов быта, орудий труда, слова, связанные со временем природы, хозяйством, занятием, социальным, государственным устройством куманов и так далее. Собранный в этой части материал дает возможность увидеть быт, занятия, социальные, экономические и политические особенности жизни предков крымских татар. Вторая часть существенно отличается от первой. Ее принято называть немецкой или книгой миссионера. По сути, это сборник различных религиозных текстов. Как ни парадоксально, но здесь содержатся фрагменты Библии, проповеди, афоризмы, религиозные наставления, молитвы, 10 Божьих заповедей и прочее на кыпчакском, на латинском и немецком языках. Кроме этого, здесь содержалось 47 кыпчакских загадок. Эта часть кодекса, вероятно, была скомпилирована немецкими монахами-францисканцами. Судя по содержанию немецкой части словаря, ее авторами выступили миссионеры-францисканцы, целью которых было распространить христианское вероучение среди кыпчаков, или, как они их именовали, куманов. Существует версия, что немецкие миссионеры, сшив обе части, отредактировали первую, внеся поправку в кыпчакскую колонку словаря. Авторы или редакторы этого письменного памятника впервые делали попытку лингвистического анализа тюркских языков. Приводят сведения о спряжении глаголов, отмене и изменении местоимений, прилагательных и существительных. С
Современные крымско-татарские исследователи, изучив содержание рукописи, приходят к мнению, что это две части совершенно разных письменных памятников, которые были соединены. Рукописный кодекс пользовался большой популярностью. Один из его экземпляров попал в частную библиотеку знаменитого поэта эпохи Возрождения Франческо Петрарка. Последний собирал редкие интересные книги. В 1362 году он передал все свои книги в Венецианскую библиотеку Сан-Марко, среди которых и оказался кодекс Куманикус. Именно здесь впервые кодексом заинтересовался библиограф Якоб Филипп Томасини. А в 1828 году его изучил и впервые опубликовал немецкий востоковед, полиглот и путешественник Генрих Клапрот. Изучением рукописи занимался целый ряд ученых, среди которых был Бартольд, Баскаков, Заинчковский и другие тюркологи. Один из исследователей рукописи, Блау, еще в 1876 году указывал на то, что язык кодекса весьма близок к диалектам крымских татар. Так, из 212 слов тематического словаря первой части кодекса 174 присутствуют в современном крымско-татарском языке. Исследованием памятника занимались многие тюркологи, среди которых Александр Горковец, издавший в 2005 году книгу «Кодекс Куманикус», «Половецкие молитвы, гимны и загадки XIII-XIV веков». Автор пишет, что, поскольку многочисленные тюркские племена, одинаково именовавшиеся кыпчаками, играли очень важную роль на большом отрезке Великого Шелкового пути, деловые люди из Европы, конечно же, вынуждены были завоевывать их симпатии. Изучением кодекса Куманикуса занимались как турецкие ученые, такие как Асым, Джафероглу, Чагатай, Эмре, так и крымско-татарские – Бекир Чобанзаде, Севиле Изидинова, Абибулаева. Сегодня некоторые слов кодекса Куманикуса как в крымско-татарском, так и в других тюркских языках не подверглись ни фонетическим, ни семантическим изменениям и используются в языке по сей день. К примеру, такие слова как «ат» – лошадь, «она» – мать, «аяк» – нога и другие. Сегодня почти каждый вариант куманских, кыпчакских слов можно найти в различных диалектах крымско-татарского языка.